В редукторе нету уровня масла, уровня мера. То есть как проверить уровень? Чуть-чуть непонятно. Уровня совсем нет. Вот есть только заливная пробка. По инструкции надо залить 200 литров. Залил. Дальше что? Как проверить? Сливная пробка-то есть. Есть. Есть сливная пробка. Так, единственный способ это слить масло из редуктора. Померить его и залить обратно. Удобненько.